Had to go away from home, show them what I really own. Put your messages on hold, I be in another zone. I be in a fucking zone 6, got some homies tryna do me wrong. I don't really give a fuck about this shit, I be on my fucking own. I be on my own, they don't really get my fucking grind. Друзья, обязательно досмотрите данный видеоролик до конца, потому что в конце будет то, что вас должно очень сильно удивить, и, в принципе, вы увидите действительно трешовые кадры. Так что смотрите видеоролик до конца и не проматывайте. Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мое новое классное видео. Друзья, сейчас мы находимся в лесу, здесь у нас красивая аллея, встретился я с Максимом, и сегодня мы идем снимать для вас что-то нереально крутое. В общем-то, как и всех моих видеороликах. На самом деле, сегодня погода дождливая, и вообще в Киеве последние деньки идет гроза, дождь, но мы выбрались поснимать, и сегодня будем снимать на карьерах. Да, поворачиваем. В общем-то, друзья, место необычное, там песчаные карьеры, солнце там очень жарко, поэтому выбрали такой денек дождливый и сырой. Вот, я думаю, мы по кайфу там позанимаемся, попрыгаем, и это вам очень понравится, потому что действительно сегодня будем стараться, и надеюсь, получится что-то крутое. Так что сажитесь поудобнее, берите чаёху, печеньки, и погнали! Добираемся мы до этой локации с города Вишневая. Туда я тоже ехал где-то час на маршрутке, и отсюда нам еще до этих карьеров идти плюс-минус минут 40-50. В общем, достаточно трудно, потому что находится это место просто в полной жопе. Но я надеюсь, оно стоящее, и там можно будет что-то крутое покидать, даже вот в такую вот пасмурную погоду. Кстати, напишите в комментариях, какую погоду вы больше любите. Я на самом деле больше люблю солнечную, но иногда душная погода так надоедает, что хочется вот такой вот дождик, и либо гулять, либо сидеть дома, пить чаечек такое. А солнце круто, когда ты на море где-то, на пляже, и ты совмещаешь это. На самом деле оказалось, что идти чуть-чуть больше, чем мы ожидали, и шли мы где-то полтора часа не спеша. Но вот мы пришли, и мне кажется, оно того стоит. Блин, посмотрите, какая красота. На камере, наверное, не так передается, но здесь выглядит просто как будто целый парк для развлечений. Здесь можно и на мопеде катать, и на мотке каком-то горном. На квадроцикле. На квадроцикле, да. И здесь можно разваливать нормально по фрирану. Что ты скажешь? Это круто, ребята. Сейчас будем разминаться и тренить. Да, друзья, погода мерзкая. Я промочу все ноги, но зато она атмосферная. Поэтому, я думаю, крутые кадры выйдут. Кстати, в такую погоду классно снимать какие-то заброшки. Напишите, если хотели бы видеть, чтобы я поехал на какую-то заброшку в такую пасмурную погоду. Возможно, даже в другой город я снял что-то крутое вам. Brindei my fucking day, geração de reis das quais eu enterro mano. Brindei my fucking day, pelo que eu sei mudar o critério. Brindei my fucking day, pelo que eu sei mudar o critério mano. Brindei my. Друзья, я уже переоделся в другие вещи, которые не жалко испачкать, хоть я знаю, что, блин, белая футболка, она полностью будет, наверное, желтая или рыжая, но все отстирывается, поэтому не страшно. На самом деле, мы будем здесь тренироваться босиком, потому что я бы убил кроссовки, если бы тренил в них. Немножко прохладно, немножко дождик, надеюсь, мы не заболеем, вот, но зато не жарко. Ну все, друзья, сейчас немножко надо размяться, и, в принципе... Разминка, не слышал! Это просто фишка Макса, он не разминается и нормально. Сделаем разминку и, в принципе, будем уже наваливать. E se os polícia passa, não acha desembaça, tô limpo, passa embatido, guerreiro da massa, clã. Fuck what you said and fuck what you heard. Lost in the sea while I'm in the desert. Sound of the waves and it's all that I heard. I can't feel nothing because I am hurt. I thought that everyone would be on alert. Every window said I'm going berserk. Fuck it, I guess and I go hide away. Feeling tipsy from the way the boat sway. Now, bitch, open the tray. You better pray, let me decay. Let the max spray. Чуваки, Максим сейчас прыгает с этой шины, и я решил дать ему челлендж. Макс, а ты сможешь прыгнуть боковухой и приземлиться на эту шину? Посмотрим, что он скажет. Конечно смогу, братанчик, братишка, братюлик. Есть! Yeah. Красавчик!
Сейчас, друзья, будем пробовать несколько связочек. В общем-то, у нас есть вот этот склон, есть там подушка с песком и вот эти вот шины. Поэтому сейчас попробуем сделать что-то в темп. Хотя, повторюсь, я в этом новичок, поэтому не судите строго, лучше судите Максимку. Я тоже новичок. Ну да. Хорош, первого раза, ебой. Ебой! Ебой! Все, друзья, можно считать, что я поставил боковуху, плюс один элемент в мою коллекцию. Спасибо ребятам, что подсказали, что и как. Так что теперь осталось задротить ее только на футу. Если вам понравилась сегодняшняя локация, то обязательно жмакайте лайк. Если вам понравились трюки, которые мы сегодня делали, мы очень для вас старались. Если здесь наберется много комментариев, то мы, возможно, в будущем вернемся на этот спот. А с вами мы увидимся немножко позже, уже, наверное, на следующей локации. Ух ты ж, блядь! Сейчас мы находимся на станции метро Левобережная. Здесь есть отличные споты для паркура. Именно такая лайт крутая тренировочка. Правда, будет пару интересных прыжков, которые вы должны заценить. Встретимся я с Алексом. Здорово. И сегодня мы с ним это будем... Это не постановочное поздравление. Нет, никак. Чисто первый раз его увидел. Вот чисто шел к вам, рассказывал и увидел тут Алекса. В общем, раз уж так случилось, сегодня мы с Алексом будем снимать классную тренировку здесь и будем затачивать наши скиллы и нашу технику. Первый спот находится сзади меня. Начинаем. Друзья, ну а сейчас переместились на трушный паркур-спот, где Алекс еще когда давно тренировался. И с того момента уже и он, и я подняли свои скиллы в паркуре. Поэтому постараемся показать вам что-нибудь прикольное. Здесь, конечно, все очень сильно шатается. Посмотрите на эти перилки. Но все же здесь есть пару неудобных прыжков. Например, манкур. Я его не сильно люблю, он мне дается трудно. Но будем сегодня преодолевать наши слабости и делать что-то крутое. Ну а теперь под конец дня мы решили завалиться в зал под названием ЦСКА. Здесь есть очень много матов, поролоновых ям. И здесь, как всегда, на лайтике попрыгаем. Так что усаживайтесь поудобнее. Сейчас вы получите дозу сальтушек от меня и немножко от Алекса, да? Погнали. Осталось буквально 15 минут до закрытия, но я думал, мы успеем снять что-нибудь реально годненькое, потому что я в этот зал ходил где-то, когда мне было лет 9, и сейчас я сюда вернулся, и такая проскальзывает небольшая ностальгия. Slaving for the drugs that had me lost. It took all my fucking strength to put those feelings on a song, just to have them rip apart by all the people that I know. I don't really fuck with you, I don't really fuck with you. Had to calculate my methods, all I ever bring is truth. I ain't even 22, said it's time to push me through. Ну что, ребят, как вам понравилось видео? Делитесь обязательно в комментариях. Такого в будущем будет намного больше. И как видите, я стараюсь выпускать уже видео чаще, разрешил все свои проблемы. Конечно, проблемы еще будут, они у меня каждый день появляются, но все-таки я решил, что буду стараться выкладывать 2 видеоролика минимум в неделю, потому что пока лето, хочу вас чаще радовать классным контентом. А сейчас немножко о грустном. Как вы знаете, все падения, все неудачи происходят, когда ты расслаблен и когда ты делаешь что-то налегке, то есть без какой-то подготовки. Вот недавно я делал сальто дерева, которое было наклонено на меня, я это не предугадал. И, в принципе, порвал связку на своем пальце. Сейчас вы можете где-то здесь видеть скрины, вот, и заживает он достаточно долго. Так что, друзья, прошу вас, всегда проверяйте локацию, обстановку, на которой вы будете что-нибудь делать, и всегда делайте это размятым, с подготовкой. И где-то здесь еще будет видео, как я, в принципе, прыгал переднее сальто со ступенек и достаточно сильно упал на голову. Поэтому, ребят, шея у меня побаливает, челюсть тоже хрустит,
И все эти удары на лицо, они ни к чему. Поэтому я решил, что с сегодняшнего дня буду менять свою жизнь и буду менять свои отношения. Делать практически все буду только с подготовкой. И, в принципе, ночью, когда ты еще немножко выпил какого-то эля или сидра, я не помню то, что был, точно не стоит прыгать. И прошу вас никогда такого не повторять, иметь свою голову на плечах, потому что самое главное в жизни — это ваше здоровье и здоровье ваших близких. И не повторять мои ошибки, я тоже постараюсь их не повторять. Если вам понравился данный видеоролик, то обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, также подписывайтесь на мою страничку ВКонтакте, рассказывайте друзьям, делайте репосты, и увидимся в следующем видеоролике, который выйдет уже совсем скоро. Кстати, там будет очень годный и лютый побег. Я надеюсь, вы соскучились за этой темой. Так что ждите, скорее всего, в среду на моем канале.